Решил первый раз заглянуть в багажник лифа поглубже. Вот, вытащил бокс. Вот он бокс вместе с зарядкой. Вот. Ну и обнаружил, честно говоря, для себя немножко неприятно. Видишь, кстати, как вы можете видеть, чудесная аптечка, немножко пыльная, с Infinity переехала у нас в лиф. Она у меня уже с 2004 года. Даже интересно будет, наверное, видео снять, посмотреть, что там американцы кладут в аптечке. Значит, давайте глянем в первую очередь, что у нас. У нас здесь подстилочка. Сейчас мы ее подцепим. Подстилочку мы с вами достали. Кстати, вдруг кому-то нужен будет номер. Давайте я ее сейчас поверну. Покажу вам номер. Да елки-палки. Вот он, партномер. Ну и вот так выглядит багажник в лифе. Ничего сверх, конечно, естественного. Но, во-первых, остается неведомо, для чего вот этот крючок. Разве что может зарядку, мешок с зарядкой крепить. Вот эти вот два. Может, кстати, бокс прикручивать. Наверное. Он просто у меня не прикрученный в багажнике. Вот. И все, больше здесь интересного ничего нету. Никаких скрытых ни лючков. Ничего. С этой стороны. Единственное, что крючки для вешалки. И это, я так понимаю, люк для того, чтобы откручивать стойку. Вот с этой стороны лючок, в который мы сейчас с вами заглянем. Сейчас, одну секунду. Поставлю коврик. Ну что, давайте заглянем, что у нас в этом чудо отверстии, да? Так. А тут у нас ремкомплект. Сейчас, секунду. Он на липучке. Так. И вторая бутылочка, вот так она лежит здесь пристегнутая. Давайте достанем. Это клей, как в известном фильме. Говорит, ты колесо заклеил? Да, говорит, с утра хозяин клея придет. Итак, это у нас Conti Mobility Kit. Использовать только для бескамерной резины. Это, я так понимаю, клей. А это, я так понимаю, у нас родной компрессор. И все, ребят, а домкрат, а ключ? Да, я понимаю, что в цивилизованных странах людям это не грозит, но, честно говоря, немножко стрёмно ездить без запаски, без ключа и без домкрата. Так, не хочется доставать, потому что потом, чтобы сматывать его, а он, наверное, даже не достается, он просто раскручивается. И коротенькая инструкция. Вот, друзья, собственно, все, что есть в лифе. Сейчас покажу вам еще, как выглядит бокс. И покажу, сколько он съедает глубины. Вот, смотрите, как выглядит багажник сейчас. И сейчас я поставим бокс, посмотрим, какой у нас останется багажник. Ребят, вот так он выглядит. Сейчас кинем в багажник и расскажу, покажу по мне. За $250 абсолютно бредовая идея, потому что эта коробка, которая стоит в багажнике, она, слава богу, никуда не ездит. Вот. Но раз дырка, два дырка, тут у нас тоже непонятно какая дырка. Вот. Что нам дает? Он просто делит багажник на две вот таких части. У нас лежит джампстартер, а здесь у нас лежат набор инструментов, жилет, трос и две. Вот это все никак не поставлю. Подогрев зеркал и наши с вами переходники, которые мы делали для зарядок от различных
видов розеток. Вот, собственно, и все. Ребят, я, конечно, порт-номер дам на него, но, как по мне, фигня редкая. Вот, ну, честно, за такие деньги. Не, вот так как мне он достался бонусом от предыдущего хозяина, американца, конечно, он пусть будет. Он, единственный его плюс, он дает возможность скрыть то, что не нужно. Но обратите внимание, сколько он съедает багажника. Багажника в лифте после этого просто нет. Просто нет. Коляска уже сюда не ложится. Резину сюда не положишь. То есть максимум одно колесо, остальные в салоне. Это проверено, поверьте. Еще один минус. Это родной коврик. Сейчас я постелю его и покажу вам, как это выглядит. Итак, друзья, родной лифовский ковер в багажник. Почему я не стал заказывать Ева ковер сюда? Потому что, кстати, да, действительно, вот эта дырочка и петля, скорее всего, для того, чтобы цеплять рюкзак. Сзади него есть петля. Он ложится. Ложится он, как видите, не до конца. Раз. Опять же, здесь дырка. Здесь дырка. Здесь дырка. В общем, вот такая вот хрень получается. Вот так вот выглядит багажник. Понятное дело, что его в любой момент можно выкинуть. Но это тоже, знаете, не всегда захочется заморачиваться. Сейчас, одну секунду. Замечательная сумочка, рюкзачок, в которой должна храниться родная зарядка. Она имеет вот такую петлю. И она имеет вот такой вот карабинчик. Вот такой вот. Вот, наверное, она как раз как-то вот так крепится. Хотя, по-моему, она не так. Она крепится, да, она крепится вот так. Сейчас покажу. Ну, в идеале должна крепиться. Вот так. Она стоит вертикально. И вот этой петлей цепляется за скобу. Вот этой петелькой. За скобу, которая находится у нас в полу. Вот. Но эта штука, в принципе, нам не нужна. Она лежит у нас пустая, потому что зарядку мы с собой не возим. Ну и давайте, наверное, отдельное видео быстро запишу. Что лежит в этой аптечке? Даже не знаю, я забрал ради интереса, для того, чтобы снять видео 15 лет этой аптечки. Посмотрим, что американцы в ней содержат. Ну давайте, будет видео уже не полным. Покажу, что я еще вожу с собой в багажнике. Со мной ездит вот такая вот пластиковая штучка антибукс. Как правило, помогает она зимой, потому что, как показала практика, в песке она вам не помощник. Сейчас покажу. Вот. В песочке она, конечно, тонет, но штука очень прикольная. Давай. Не, оно шлифует просто и все. Ты сейчас себе еще и колеса этими своими мокроступами поцарапаешь. А ну дай в другую сторону. Назад, назад, реверс, реверс. Обязательно в любой машине, вне зависимости даже от правил дорожного движения, огнетушитель, вовремя обслуженный, заряженный. Вот такой замечательный. Это, по-моему, ВП-2, если я не ошибаюсь, порошковый. Да, ВП-2. Так. Еще у меня вот такой вот бумажный номер для видеосъемок. Ну и еще один сейчас показываю подгон. Это мне кум подогнал вот такой вот домкратик. Для лифа, ну, точнее, в принципе, в данном случае для лифа, но для того, чтобы я не нервничал, вдруг придется снять колесо. Вот, собственно, друзья, то, что я катаю у себя в багажнике. Заодно посмотрели на то, как у нас оборудован лиф. Вот, чего не хватает, конечно, в городе. Хотелось бы иметь вот эту вот полку для того, чтобы, ну, хотя стекло затонировано настолько, что и не видно при всем желании, что лежит в багажнике. Но как-то хотелось бы полку эту докупить родную и поставить. Вот, друзья, то, что хотел вам рассказать, показать. Ставьте лайки, колокольчик. Всего вам хорошего. Пока.